Итак, друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем снимать бот-челлендж. Сейчас я в двух словах объясню, что это такое. Мы находимся в одном из красивейших мест Самарской Луки. Это один из островов Васильевских в районе села Переволоки. Вот. И нынешнее видео будет посвящено теме, когда муж или не муж, неважно кто, как он называется, едет со своей женщиной отдыхать на природу, и вдруг с ним случаются непредвиденные обстоятельства. Например, его кусает бешеная щука. И все, и человек становится нетранспортабельный, и так далее. В общем, его нужно вывести с этой природы, скажем так, в места, где обитают люди, где будет оказана первая помощь и так далее. Поэтому вести придется лодку или катер девушке. И сейчас мы покажем на примере Елены, как это выглядит, как это делается. В общем, чего с чем едят. Так, сейчас нам Елена детально расскажет порядок действий по запуску подвесного лодочного мотора. Что с ним нужно делать. Рассказывайте, мы вас слушаем. Для начала мы отплываем от мелководья на весла. В данном случае мы уже отплыли. Покажи, пожалуйста, берег, где мы находимся. Да, чтобы у нас двигатель при опускании не воткнулся в дно. Вот, поэтому стоит отойти подальше от камышей, чтобы их не намотать также на винт. Ну и чтобы здесь как минимум метр глубины было под вами. Так, теперь мы опускаем ручку фиксатора наклона. Так, давайте я сейчас покажу поподробнее. Мы опускаем ее вниз. Вот. Моторы подвесные практически все однотипные, и поэтому органы управления, они, в общем-то, одинаковые на всех двигателях. В данном случае здесь у нас используется Yamaha 9,9 лошадиных сил. Ну, разницы никакой, в общем-то, везде все одно и то же. Вот. Давайте, делайте. Так, чем там? Фиксатор опускаем вниз. Опустили. Теперь нам надо приподнять мотор. Чуть-чуть на себя и потихонечку опускаем. Теперь мы фиксатором, рычаг фиксатора поднимаем вверх. Так, для чего это у нас делается? Это нужно для того, чтобы если вы наедете на какое-либо препятствие, мотор приподнимется и преодолеет его. Ну да, то есть бревно проскочит, двигатель отклонится немного, пропустит под собой это, так скажем, бревно, либо другое препятствие. Не дай бог, конечно, но если этого не сделать, то механизм вот этой фиксации угла наклона двигателя будет сломан. Поэтому не забывайте про это. Так, что у нас дальше? Теперь этой грушей мы подкачиваем топливо. Так, давайте покажем, как у нас эта груша выглядит. Так, подкачали топливо. Дальше мы проверяем рычаг переключения передач. Ну, совсем как в машине. В общем-то, только здесь передач вперед и назад. Их всего две. Во включенном состоянии, то... Ну, покажи, включи передачу и попробуй дернуть за стартер. Да, вот видите, он зафиксирован, и вы не сможете завести. Проверяем, на месте ли чека. Чека у нас это, в общем-то, разблокировка зажигания, скажем так. Она цепляется за жилет. Вот в данном случае она у нас просто сейчас за двигатель зацеплена. Это, конечно, неправильно, но это должно вот тем карабином зацепляться за жилет, либо за другую часть одежды, для того, чтобы, если вы выпадете из лодки, вы срываете чеку с двигателя, и он у вас остановится, чтобы лодка без вас, как говорится, никуда не смылась.
Так что проверяем, на месте ли она. Иначе, если ее нет, вы не сможете завести двигатель. Так что вам придется ее поискать и поставить на место. Так, что у нас дальше? Дальше, если у вас двигатель холодный, то мы закрываем воздушную заслонку. Вытягивая ее на себя. Вытянули. Ну, в данном случае сейчас на улице у нас тепло, лето, поэтому мы ее высовываем не до конца, ну, немножко, чуть-чуть, скажем так. Так, дальше, как наше действие? Потом поворачиваем вот эту вот. Это ручка газа. Ручка газа на 1-2 деления. Да, чтобы чуть-чуть приоткрыть дроссельную заслонку, чтобы нам легче было завести двигатель. Теперь вам нужно... Да, да, выбираем глубину, чуть-чуть вытаскиваем и резким рывком. Вот так, двигатель у нас завелся. Даем ему поработать 1-2 минуты для того, чтобы у нас двигатель прогрелся. И потом можно будет начинать движение. Ну, все, в принципе, у нас, по сути, это теплый мотор-то, на солнышке хорошо нагрелся, так что закрываем воздушную заслонку, открываем, точнее, полностью утапливаем. Да все, все, оно, по-моему, да, открылся. Вот, включили передачу и начинаем движение. Ваш укушенный мужчина лежит на дне лодки и наслаждается поездкой. По дороге можете отзвониться в скорую помощь, чтобы вас там встретили на берегу. Оказали ему первую помощь. Вкололи антидот. Ну и все остальные процедуры, которые там положены. Не стесняйтесь, добавляйте газу и поехали!